Что он удобрил? Ну ты что, ты земля, ты же все курил. Ну, так я только что вот сейчас вот, только другие. Что мы там? Земля. Понял? Сейчас давайте некоторое положение оружия. Сейчас показываю без ремня. Потом скажу, у меня там специально ремень есть. Ремень есть. И одену свой ремень и покажу как бы некоторые моменты. Если вам, допустим, то есть, когда нет информации, это плохо. Когда есть выбор, можно что-то выбрать, под себя подогнать и сказать, что вот как бы вот это подошло. Потому что не всем надо, допустим, телохранителям нужна одна информация. Людям, кто занимается, вот, совсем другая. Правильно? Значит, сейчас работаем вот такое положение. Давайте вот, вот у меня одно положение, правильно, автомат? Да. Вот другое. Пока работаем без ремня. Вот только рука как бы вот на этом, да? Потом, вот положение. Вот положение. Вот положение. То есть все положения, какие есть, из них надо отрабатывать. Сейчас возьмем самое простое и начнем работать. Значит, вас как зовут? Очень приятно. Давайте так, ваша задача на полной скорости, расстояние вот такое. Скидываете оружие, приводите к бою, сразу стреляете. Хорошо. Отлично. Стрелять надо сразу же. Потом уже все проверить. Уже поздно проверять. Как и с пистолетом, я хочу опять. Но почему же вы опустили глаза? Перезарядите, отстегните магазин. Давайте еще. А как вы делали? Вы глаза... Еще раз повторите то, что вы... Перед самым началом, вот именно... Значит, товарищ, еще опусти глаза, как ты, вот так. Вот этого не делаете никто. Никогда. Я же вижу все равно. Нет, ничего вы не видите. Вы не видите вот ту. Но я почему... Я понял, да, вот у нас останавливается, когда... Да, вот это останавливаю я на это. Тут еще не в этом дело. Как бы. Давайте сейчас мы. Я вам еще один термин скажу. Оружие не поднимается, а вскидывается. Вот если вы внимательно читали литературу, да, там написано вскинул автомат, вскинул пистолет. Ну, вскинул ружье там даже на охоте. Сейчас давайте посмотрим, сколько вы сделали лишних движений. Стоп, уже. Грубейшая ошибка. Оружие не поднимается выше 90 градусов. Сразу направляется на меня. Ну давайте я разу покажу, все готово. Секунду внимания. Посмотрите. Где у меня второй выстрел? Еще раз смотрим. Сейчас я сразу работаю. Так, вы первый начинаете. Автоматы новенькие, предохранители туговатые. Да, это само то. Я, вот у меня как только предохранитель чуть-чуть начинает легко, я молоточком его тук-тук. И потом уже рука ничего не чувствует, когда берешь такой более-менее кожаный автомат. Там сразу все слетает. Вы начинаете первый. У вас оружие скакнуло? Скакнуло. В самый последний момент. Если вы посмотрите, да? Это бывает. То есть у вас получилось, посмотрите. Вот такое движение. То есть для ближнего боя это очень плохо. Посмотрите, сколько времени у меня уходит вот на затвор. Посмотрите, как начинает работать. Пока затвор летит в эту часть, идите я уже куда руку. Сейчас усложняем задачу. А предохранитель? Палец. Команду огонь кто-нибудь дай. Огонь. Хорошо, все. Но маленько идет потряхивание оружия. Что недопустимо при лишнем контакте. Снова вроде как-то. Меня-то еще больше трясет. У нас этот временной барьер сработал. Хорошо, давайте более сложный вариант поработаем. Это вот. Вот сейчас давайте так. Из этого положения, держа автомат, ваша задача на полной скорости привести к бою и начать огонь. На оружие не смотреть. Да, да. Я само за это лечит постоянно. Иногда чуть расчувствуюсь, раз кто-то глянул не туда, уже боюсь. Начинайте с нами. Стоп. У меня уже палец на спуске. Заметили? Но патронов в патроннике нет. Так зачем же оружие перебирать, когда можно работать совсем по-другому? Да делай. Ты смотрел кассету, да, наверное? Пробуй. Ага. Это долго, почему надо как бы ударом делать? Одним движением. Вот. Оружие мотается вот в этой плоскости, а оно должно подтираться под тело.
придерживайте затвор. Ты придерживай. Не знаю. Чего держать? Его наоборот. А, в смысле, я да, конечно. Не надо. И вот смотрите, я пошел. Заходи там. А тут скакнули опять в мертвую точку. Я сейчас пока работаю медленно, скорость пока не даем, потому что как бы... И в этот момент оружие потряхивает. Посмотрите на ствол. Он разве у меня? Без разницы с какого. Посмотрите, куда у меня сейчас автомат ходит. Это пока нет привязки к ремню. Так, вот этот... На этом прикладе не получается скоростное раскрытие. То есть как бы автомат еще сложный бывает. На левую руку. Шевельнулось оружие. То есть, посмотрите, я раз его сюда. Вот у меня ориентир, это магазин. И я сразу начинаю работать. Я могу вот так работать. Ну, без разницы. Смену магазина сейчас поработаем. Оружие в правой руке. Не торопясь пока. Оружие в правой руке, магазин в левой. Вы начинайте спокойно работать. Сорвался предохранитель. Никогда не бросайте работу. Продолжайте все равно двигаться и работать. Здесь просто кто-то начнет двигаться, сразу с камеры вылетаешь. Да, смотрите. Еще раз, да? Но давайте не будем ставить на предохранитель. Мы же когда производим замену магазина, предохранитель как бы у нас же отключен. Еще там что-то надо было там подернуть. Земляк зато. Сейчас мы с тобой займемся плотно. Хорошо, да? Сейчас давай поработаем такую тему. Патрон-патронник загоним и на предохранитель. Вот магазин. Не дергай, я тебя сейчас самозвод хочу. Я да? Не страшно. Это не страшно, у тебя еще там. Не, но все равно я срежу. Вот сколько было в магазине патронов? 30? 30. То есть один я выкинул. Сколько осталось? 29. О, ну-ка давай еще раз. Один выкинул. В магазине сколько осталось? 28. Был один. Я его выкинул, один остался, 28. Не, я понял, потому что многие путают. В автомате 20. В автомате, да, в магазине, да. Там уже это, да. Посмотрите, вот я работаю. Вот очень хорошо, что новый предохранитель. Уже на старых вообще исключительно все получается. Посмотрите, я как работаю. Сколько времени уходит? Еще раз обращаю внимание. Начали работать, допустим, раз срыв получился. Никогда не надо останавливаться, принимать положение такое, начинать сначала работать. Раз срыв получился, дальше двигаться. Раз, а, сечка. Знаете, кто там. Понятно? Вот я начал работать. Вот таким положением. Бой привел. Бам, осечка. Бам. Еще как бы у каждого человека свое оружие. Мы знаем все же оружие разное. Понимаете? Где-то там не так что-то поточено, магазин не так. Надо брать каждый магазин индивидуально подгонять. Понимаете? К своему автомату. Чтобы не получалось, что кто не лезет, тот отстегивается сам. Стрельнул, он отвалился. Замену магазину я показывал. Надо на травке тогда показать. Я магазин могу. Уроним раз. Второй вариант. Ты когда магазин достал, я его... Не туда, это пласки. Вот, да. Просто автомат новый. Вот на тех автоматах, вот на съемках посмотрите, там все быстро. То есть... Бьется вот сюда. Все, видите? Просто я сейчас вот посмотрел этот автомат, куда что. Он свеженький. Да, это бывает. Да. Это, кстати, когда работаешь с новым оружием и на скорости, оно еще как бы не обкатанное такое. Я пластырь с собой, не переживай, сейчас залепим. Хорошо. Сейчас давай такое упражнение с тобой поработаем. То, что мы тут на месте маленько так поработали, это все, это ничего не значит. Мы как бы подняли небольшие вот эти вопросы, да? Где у нас ошибки? Почему мы суетимся? Маленько будет темно и нет смысла пускать. Правильно?
стемнело, все, что там разглядывать? Раз. Значит, упражнение такое, я сейчас вот прямо здесь его сделаю. Набегание на мишень. И вот оружие к бою проводим и сразу рванули. То есть я пошел и сразу. То есть постарайся сделать все три движения в раз. Это побежать. Да. Но не останавливайся. То есть хотя бы подальше уйди. А то снизу. Сейчас вам покажу основные передвижения с оружием, да? Да-да. И смотрите внимательно. Когда вы с оружием бежите, старайтесь не скакать. А то в момент подскочки получается нету более точного огня. Огонь. Это предохранитель новый. Это специально нам выдали такие. Да. Ничего. Да. Нет натирания оружия. Смотрите, если я пошел. У меня идет вот. Посмотрите. Но, а если на мне амуниция и навешано здесь, вот, допустим, что-то есть, да, то я маленько не. Я вот так вот работаю. Видите? Уголок с брони соскальзывает. Если вы попробуете это стрельнуть, он сюда даже не ляжет. А если не вопросов нет. Можно так работать. То есть это без вариантов. Просто на каждое движение пробовать. Получается ли оно? То иногда на сухую все получается. Первый выстрел делаешь и понимаешь, что это, оказывается, вообще не то. Еще раз посмотрите, как я начинаю. Я начинаю двигаться, приводить оружие к бою, все в раз. Вот. И пошел. Пробуем. Уже мертвая точка. Уже бежать надо было. Все. Но зачем вы пытаетесь постоянно остановить? Допустим, пошел. Хорошо. Основные передвижения все равно же какая-то база, правильно? Она же должна быть. Посмотрите. Раз, 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 раз. Спиной. Раз. Вот будьте внимательны спиной. Вот я как пошел, если я буду вот так вот двигаться, видите, мне стало много стало. Вот так вот стало. Я стал, во-первых, немного меньше. И у меня, как бы, видите, нога обкатывает все, что есть за спиной. В лесу очень хорошо это упражнение делать, потому что там каждый корешочек, пенечек ощущает. Особенно. Там очень конкретно. Особенно у нас.